Совет дня. Вы не делайте ошибки уже 4 года. А в 6 серии вы обещали делать от подписчика, а то позвоним училке. Лучше сделаю, чем все лето провести в школе. Меня родители заставят уроки учить дни и ночи. Никогда не заходите на домашнюю школу, интернет-урок. Это вредоносный сайт. Из-за ваших неудач в тестах Радаки могут скинуть ваш комп и iPhone 12 Pro с 27 этажа. Ладно, не буду заходить в этот сайт. В Тюбур-Сити обнаружены самые строгие власти в современной эре. Та классическая эра была добровольна. Современная эра тоже была добровольным, но с февраля 2020 года перестала в комьюнити лов-эдиторов существовать добровольность. В этом городе запрещены блогеры, дураки, которые могут ставить пикси-трекеры с авторскими. С сентября добровольность с BFB покончена. А с 2021 года BFB комьюнити не стал добровольным из-за какого-то психа под ником T763Guy. Орет, что его взломал псих. А дальше я помню эту трагическую историю, но текст не вмещается. Короче, так как Лифи украл остров мечты у Фаи в 25 серии первого сезона и убил Блуни во второй серии четвертого сезона, что началась ненависть. Я думаю, что Лифи невиновен. Но ты ошибся. Ведь добровольность перестала существоваться в BFB комьюнити после 25 серии 4 сезона, что он винил Фаи и сделал первое поражение и оставить его в наказании. Плюс в Тюбур-Сити всего 10 уроков на 7, как обычно. И запретили 5 игр. Майнкрафт, CSGO, Бравл Старс, Балди и GTA 4 почему-то. И Лифи меня заманил еще в конце классической эры. Верните чертову добровольность. Windows 95 обнаружил у вас вещи блогеров-дураков. Поэтому мы о наказании мы будем банить вас с КТА 5 байт ролей. Пикси-трекеров обнаружено 109. Извините, я ошибся. На самом деле тут 185. Лифи обнаружено 695. Всякая дичь от 763 обнаружено 654. Майнкрафтов обнаружено 490. А второе наказание вы должны будет обновиться до Windows Vista Classic Super Edition. Нееет. Лучше не Vista. Но я не блогер-дурак. Я пробовал и в итоге зависимый стал. Вот Windows 95 накаркал. Теперь придется обновляться до Висты через ПСО. Поломка календаря обнаружена. Он показывает 60 мая 1202 года. Чтобы исправить его, нужно выдать псода. После перезапуска выполнить тест. Тут будет две концовки. Вот что за хрень такое. Надеюсь, что это розовая сода. Ой, не дают? Не едет. Только не розовый кра. Иди в жопу, идиот. Если ты не удалишь Майнкрафт, то жесткий диск и видеокарта будут убиты мной. Нееет. Ты меня задолбала, тупая Виста, и тот бандит установил Висту оригинальную. Лучше бы на Classic Super Edition. Ведь там у меня мне жаль и майна, и жесткого диска. А тебя расстрелять к чертям собачьим, дебил. Подпишись на канал Тилбелуни, а то будет ядерный взрыв. Постскриптум.
Мне Тилбелл не прислал прийти к тебе, и он дал мне бомб. Не ед. Ладно, подпишусь. Мы удалили диспетчер задач. Чтобы восстановить его, откройте диспетчер задач 228 раз. ЧЗХ. Как я могу открыть диспетчер задач, если ты удалил диспетчер задач? Крестик не работает. И Alt F4 тоже не работает. Стоп. Я что? Alt F5 нажал. Alt F4 дубль 2 нажму. Vista хочет, чтобы вы обновились до Windows 763, иначе мы установим S4 на ваш ПЭК. Обновляемся. Потому что, как полагаю, S4 это бомба, и она у Vista ядерная. Добро пожаловать в Windows 763. Это самая лучшая система, которая разрабатывалась в 2019 году с битами и полный релиз в 2021 году. Теперь наслаждайся жизнью. Ура! Идеально! Лиф является главарем Windows 763. Ознакомьтесь с ним. Еще задачи от Windows Vista. В сердиугольнике UVVX угол UVV равен 777 градусов. Найдите сторону VX. ЧЗХ? Странные задачи. Разве бывает такая фигура сердиугольник? И разве есть угол 777? Нажму на крестик. Что за хрень? Ошибка взломанная. Крестики маскируют. Тогда нажму Alt F4. Чего? Alt F4 не работает. А я так хотел в Ютубе посидеть. Пробую на телефоне. Не работает Wi-Fi. Может, с мобильным интернетом? Блин. Мобильный интернет тоже не работает. А еще написано. Пока ты не решишь эту задачу, никуда не зайдешь. Ладно. Попробую ответить, что VX равен 408 сантиметров. Vista поздравляет вас. Ты ответил неправильно. Что? Там не было такого ответа. Правильный ответ 404 сантиметра, а ты ответил 408 сантиметров. В вашем электронном дневнике будет красоваться оценка минус 5 и вам будет выдан китайский экран смерти. Нет. Только не китайский Эта ошибка хочет, чтобы вы поставили читы на Minecraft и зашли на сервер по IP. mc.reliveral.ru и открыто со стримом. Если вы этого не сделаете, то мы отправим вас в Хиросиму, но рано радоваться, ведь мы отправим вас в Хиросиму в 1945 год. Не едет. У меня нет выбора. С одной стороны плохо, с другой ужасно. С одной стороны, если сыграю щитами, то, во-первых, меня спалит суперзвездодомер. Во-вторых, меня заставит писать свой Discord, использовать демонстрацию экрана. Потом нажимать правый Shift. В-третьих, меня забанят и я никогда не смогу играть. С другой стороны, ужасно, что в этом городе и году были скинуты ядерные бомбовзрывы. Alt F4. Не работает. Ну, тогда я использую диспетчер задач. Закрою ошибку через диспетчер задач. Блин, доступ запрещен. Ладно, поиграю с щитами. Чё за нахрен? Домер выложил его на сеть. И там 228-1337 лайков. Очень несправедливо. Это все из-за той ошибки. Вот же ошибка, гад. Из-за этой ошибки меня на 2 недели забанили за читы. Я сказал сущую правду, но Домер сказал, что это сорущая ложь.
Слава Богу, что мне не дали пожизненный и пердеманентный бан. Ошибки смешно, так как он ржал над тем, как Домер Гриф спалил вас щитами и забанили на 14 дней за сырущую ложь. И меня послал сырулещий Борис. А что это за белеберда? Дайте мне Google переводчик. Стоп. Это с афганского будет «хотите ли выдать псот и посмотреть губку Боба?» Нет. Только не псот. Эта ошибка установит Windows XP, потому что случилась поломка системы -2 147 320 695. Так что берегитесь, а то космонавт-айтишник, который раньше скинул книгу Хамеричу, скинет пэк массой 20 квинтиллионов тонн. Окей. Установлю эту XP-шку, потому что крестика нету, а Alt-F4 не работает. И скоро упадет тяжелый пэк массой 20 секстиллионов килограмм. У меня нету выбора. Шиндерс сделал торт из мышки, мармелада, подливка ирана и клубникой. Попробуйте его. Только он отдаст половину. Так как он все съел, точнее одну половину, извините за невнимательность. Надеюсь, что вы не расстроитесь, что он использовал запасную Машку в момент того, извините, но тут для того момента, что мышь в очередной раз не будет работать. Постскриптум. Вы должны отдать четверть компу через дисковод. Попробуйте демонстративно. Если не засруните в дисковод, то будет это. Первое. Он будет просить 26% торта в Discord. Второе. Он после каждого игнора будет просить каждый по плюс. Третье. Будет выдан псот в половину вероятность. Ладно, дам. Я попробую сначал. А-а-а. Какой он твердый. Вот же гадская ошибка. Не только использовал для готовки мышку, но еще и не знал, что будет твердо, а подливка ирана сделала его вкусной, это плюс. Но я мышкин элементы убираю. Но лучше нажму Alt F4. Надеюсь, ничего не произойдет. Ваш Windows поставил двойку за год. Теперь вы наказаны. Ваше наказание. Посмотреть губку Боба. Не утруждайтесь, и вы, наверное, спросите, почему он вас не отхреначил ремнем и не запретил вам играть в компьютер. Windows запретил такой тип наказания из-за насилия с детьми. Делать уроки за вас будет Семен, у которого IQ такой же, как у вас, одинаковый почерк, и также пытается списать с ГДЗ через VPN, так как сайт знания.ру был заблокирован из-за того, что рос Камнадзору задоль балла то, что дети списывают задачи по математике, химии и физике, вопросы по истории, географии, биологии, сочинения и сам остоятельные и контрольные работы. Так что осенью мучайся и зубри. Также в губке Бобе будет заблокирован крестик, Alt плюс F4, перезагрузка, отключение всего питания, диспетчер задач, отключение электричества и Григора 36, способность закрыть то, что нельзя закрыть. Ура! Наконец-то посмотрим губку Боба. Пронесло, что нам не дали такие наказания, как запрет компьютера и боль в заднице из-за ремня. Стоп. Тут я не могу посмотреть и играть в Майнкрафт одновременно, и тут 13 сезонов, а это будет длиться примерно больше 2 дней. Стоп. Нет. Крестик не работает. Alt плюс F4 тоже. Придется смотреть 2 дня, ведь мне может надоесть еще и через час.
При просмотре губки Баба установщик Windows 98 успешно установил его так, как Windows XP был отправлен в PDN. ММС был пойман на списывание диск «Тан товарищ» и рефератов. Так как просмотра губки Боба было диспетчер задач. Тьфу ты. Было домашним заданием. Нет. Почему Windows 98? Окей. Я пошлю в Китайскую Голландию. Хотя бы тут концы и переживи. А я из-за ошибки про торт из мышки, теперь хрен пойду к Нине, а Нина важнее, чем курды в карте на Майнкрафте. Жите губка Боб отстой, чтобы запретить его в еще 15 странах. Все дело в том, что он оболтус и украл личностно киловаровности у Споджи в BFDI. Губка Боб призывал мэра к членовредительству. Еще гопник 14 лет побил подростка после таких слов. Ты че, блин, сказал про губку Боба? Губка Боб крут баран. Вот это попаднос. Если скажу, что губка Боб отстой или дно, то меня обидит. И на улице, и на интернете. Но так как крестик не работает, а диспетчер задач заблокирован, то придется сказать. Губка Боб, отстой. Губка Боб, отстой. Губка Боб, отстой. Ваш хейтер узнал, что вы заблокировали губку Боба. Он сказал, что вы, но и ваш Лифи, трансгендер. Но на самом деле Лифи не трансгендер, а он просто оскорбил его. Теперь он запустит на ваш ПК-вирус. Последствия вируса, сам по себе нагревается видеокарта. И да, если вы запустите Майнкрафт, то у вас сгорит видеокарта. Чё? Видеокарта не может сгореть из-за Майнкрафта. Обычно жестокие лаги и фризы. Майн нестабилен, но видюха не сгорит. Да. Будет казаться, что он сгорит, но нагревается, конечно, в майне. Я проверю. Правда ли вирус был? Если это так, то я вставлю новую запасную. Стоп. Я когда был на улице... Я встретил школьника, который оскорблял меня и побил меня из-за того, что я сказал, что Лифи лучше губки Боба, и потом пошел домой и разбил что-то. И он разбил видеокарту. Хорошо, что у меня была и третья видеокарта в тайнике. Проверка мифа начинается. Видеокарта не отвечает. Так как одна из программ не отвечает и при этом не отвисает уже целых 36 часов. По закону наших видеокарт, если программа зависнет на 36 часов, то видеокарта сгорит. Так что у вас сгорит видеокарта. Капец. То первая видеокарта сгорела, вторую разбили и третья тоже сгорит. У меня еще 20 таких видеокарт в секретном складе. И их принес бандит, который вводил чит-коды. Но даже если не нажму на кнопку, то видеокарта все равно сгорит, вместо отвала. Ну ты лошара. У тебя не работает видеокарта. Ах ты ж паразит мелкий. Как ты меня обозвал? И почему ты считаешь, что у меня видеокарта не работает? Я только подключил его к ПЭК. Или ты ведешь на что-то плохой? Ах ты ж сволочь, из-за тебя у меня еще одна видеокарта просто к хренам сгорит. Эта ошибка просто хочет сжечь мне видеокарту.
Программа, которая показывает температуру, показывает, что видеокарта нагрелась до 66 тысяч градусов. Это полная заноза в заднице. Найден процесс Syslox-228. Он грузит диск на 1000%. Откройте диспетчер задачи, завершите процесс. Модуль запуска процесс.com сервера вместе с самим Syslox-228. Какого хрена? Причем тут модуль запуска? Ладно бы Syslox-ка. Но если я завершу процесс модуля запуска процесс.com сервера, то у меня появится синий экран смерти. Крестик не работает, Alt плюс F4 тоже. Придет. Ваше видео не запустилось. Причина. Ваш видеокодек поврежден. Купите видеокодек. Засирать мультимедии рекламы аж 413, чтобы запустить видео. Чё за хрень? Разве есть такой кодек? И почему тут кодек аж 413? Аж 413 не существует. Есть только аж 264 или 265. Поэтому я нажму ЧЗХ. Ошибка при выдаче синего экрана смерти. 0xc000007b. Для выдачи синего экрана смерти нажмите кнопку ОК. Так как система обиделась на диспетчер задач, что он стал грузить диск на 1000000%. Чего? Как он может выдать PSOT, если выдалась ошибка выдачи PSOT-а? Чё за запутанность? Крестик не работает, Alt плюс F4 заблокирован. Я нажму оки. Вас заподозрили, что вы используете читы на GTA 5. Особенно на перестрелках, вы вводите чит, код на заполнение здоровья. С неба в сторону вашего дома, который разобьет к тому же и окна револьвер, и попадет вам по лицу и сам выстрелит. А в этот момент будет рсотое обновление до Windows 7, но с низким IQ системы. Его IQ. Минус 5. Который может не понять и впилить еще одну ошибку, и он взят с пакета Windows 7 Build, тупой овощ, 1968. Нет. Только не револьвером по башке. Крестик не работает. Тогда нажму на Alt F4. Чего? Alt F4 не работает. Попытаюсь как-то перезагрузить через меню пуск. Не работает мышка. Попытаюсь открыть диспетчер задач. Не работает клавиатура. Попытаюсь вырубить питание. Он работает даже без питания. Может, пусть она останется и посидеть пока не телефоне перед смертью? Чё? В телефоне приложения вылетают. И после этого написано, что автоматический выбор будет через 3 секунды. Найден вирус. Реквест 15632. Эксы удалить вирус можно только выполнением этого реквеста. Отправитель вируса – RAR UBEX OMEGA FORECHT. TUBESADEX SUPER RENDER PACK COLLECTION. Ёж трындёж. Это что это за абракадабра? Тут тысячи эффектов. Да я эти тысячи эффектов даже не смогу сделать за неделю. Это же тебе не ошибка 0C1007B. Это серьезно давать список на 1000 эффектов. Что с тобой? Ты же по 10-15 давал, а тут целых 1000.
вирус удален, но это не значит, что Рары Убекс больше не псих. За то, что вы добавили жуткое Сурсы на 666-м раунде и обидели Тупсода, сказав, что Фарифи лучше. Он вызвал Отрид, ФСБ, ФБР, ОМОН, СОБОР, ЛСПД, ЦРУ и самая страшная группировка в составе армии Liberty City из GTA 3. Либо вы сядете на 256 лет, либо против вас будет война. Постскриптум. Крестик, Alt-F, 4, безопасный режим, диспетчер задач, телефон, мышка, клавиатура, отключение и панель щит-кодами не работают. Укрытие вам не поможет так, как они отслеживают вас по координатам. Поэтому озвучивать следующие ошибки будет Лифи. Да блин, меня разыскивают. Как будто у меня не 6 звезд розыска, а целых 1000. Эх, сяду я на 256 лет. Yo, Windows 7 founded error, Colby's error skins. Leafy's hapies game blocked your access to B Discord server to access B server again. Pay $3,723,456. You try to take revenge of the game, you will get blue screen of death. I press OK. Head over post, it's up to skinless tech, Windows, slow on minor, cut, resame, and 80 bot, no Leafy.